В Чехове он жил и работал, и вот каждый ноябрь и май он приезжал в Казань, возвращался. Давай, анализ дай мне. Поехали. Медленно отходит поезд, ни о чем не беспокоясь, рюкзачок на полку положил. Проводник предложит чаю, в полумраке замечаю, что попутчик мой заговорил. А он мне про Москву, а он мне про метро, про храм Христа Горбатый с Строгином. А я, прикрыв глаза, все о своем мечтаю, попутчику нескладно отвечаю. Ах, милый друг, прошу, отстань, зовет меня к себе Казань. Ее забыть по-прежнему нельзя. И в ноябре, и в мае я словно оживаю. Я еду в город, где мои друзья. Я еду в город, где мои друзья. До гранитной сковородки, от вокзала путь короткий, университет стоит здесь 200 лет. Вижу белые колонны, помню липовые кроны, жаль, что этих лит давно уж нет. Спуск налево мимо сада, где студентов кавалькада, звон трамвая, двухэтажный дом. Скрип ступени под ногами, вкусно пахнет пирогами, и кубанским золотым вином, и кубанским золотым вином. А ты мне про Москву, а ты мне про метро, про храм Христа Арбатый с Строгином. А я, прикрыв глаза, все о своем мечтаю, попутчику нескладно отвечаю. Ах, милый друг, прошу, отстань, зовет меня к себе Казань. Ее забыть по-прежнему нельзя. И в ноябре, и в мае я словно оживаю. Я еду в город, где мои друзья. Я еду в город, где мои друзья. И уж если разобраться, то в Москве нет Волгоградской, где из окон слышится шансон. На ковре висят картины, подпевает пианино, вторые детской скрипки в унисон. После свиту она заплутал в меридианах, проводник заметил с сожалением. Казалось, что внезапно наш состав ушел на запад, а Казань в обратном направлении. И ты мне про Москву, и ты мне про метро, про храм Христа Арбатый с Строгином. А я, прикрыв глаза, все на своем мечтаю, проводнику и складно отвечаю. Ах, милый друг, прошу, отстань, зовет меня к себе Казань. Ее забыть по-прежнему нельзя. И в ноябре, и в мае я словно оживаю.